На фоне известий об увеличении в прошедшем году количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не лишней выглядит инициатива городского совета Петрозаводска, нацеленная на оснащение детских учреждений карельской столицы светоотражающей экипировкой. Вместе с представителями ГИБДД депутаты Петросовета приехали в 34-ю школу на Куковке. По инициативе городского совета, по инициативе органов безопасности дорожного движения проводится цикл акций. Детишкам вручается вот эти вот, детским садикам и школам дарятся вот эти светоотражающие жилетки, которые помогут обезопасить дорожное движение, их, когда они выходят на улицу. Участвующие в совместной с депутатами Петросовета акции сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу среди школьников, объясняя, как важно не только строго соблюдать правила дорожного движения, но и быть заметными для водителей, особенно с наступлением темного сезона и неудовлетворительной освещенности петрозаводских улиц. И дорожная часть не очень хорошо освещается, но это издержки, скажем так, старого вот этого контракта, последствия которого мы до сих пор разгребаем. Я думаю, что в ближайшем будущем эти вопросы решатся, и уже с 2020 года, по крайней мере, мы выйдем в планомерную работу, чтобы достаточным образом освещать город, чтобы было безопаснее. В настоящее время мероприятия по передаче светоотражающей экипировки проходят в школах, расположенных в районах Галиковка и Куковка. По инициативе депутатов Петросовета детским учреждениям планируется передать в общей сложности около 1000 светоотражающих жилетов.